Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил к пожизненному заключению грузинского криминального авторитета Кахабера Шушинашвили Каха Руставский. Шушинашвили признали виновным в том, что он в 2010 году заказал убийство другого вора в законе Владимира Джанаши по прозвищу «Лада» из конкурирующей группировки. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». 47-летний выходец из Грузии Шушинашвили уже отбывал тюремный срок. В марте 2016 года суд в Испании приговорил его к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы, позже срок сократили до 15 лет и 3 месяцев. В июне 2018 года французским судом в городе Нанси он был приговорен еще к 10 годам тюремного заключения за то, что он продолжал руководить организованной преступной группировкой, уже находясь в тюрьме. Вместе с Шушинашвили перед судом присяжных Экс-ан-Прованса предстали трое других выходцев из Грузии, которых обвинили в пособничестве в организации убийства. Михаил Цакулидзе и Миндия Казанаеви приговорены к 7 и 6 годам соответственно. Зураб Надирашвили был признан виновным только во владении поддельными документами, получил год тюрьмы условной и был освобожден в зале суда. Сам Шушинашвили свою вину не признал, а также отрицал принадлежность к ворам в законе. Адвокат Шушинашвили Сильвио Росси Арно утверждал, что суд демонизирует его подзащитного. Старший брат Кахи Руставского Лаши Шушинашвили, Лаша Руставский, которого считают лидером всей грузинской мафии в Евросоюзе, с 2018 года находится в греческой тюрьме.